Приморье введен в эксплуатацию современный рыбный терминал. Инвестиционный проект был реализован компанией «Диомидовский рыбный порт». Комплекс расположен в бухте Диомид, которая защищена от всех ветров, что позволяет ставить суда к причалам практически в любую погоду. Холодильный комплекс включает в себя три морозильные камеры разной емкости, причалы и погрузочные площадки. Терминал рассчитан на 6000 тонн единовременного хранения. Ежегодно Диомидовский рыбный порт способен обрабатывать около 150 тысяч тонн рыбопродукции. Рыбный терминал может работать по схеме борт-склад, борт-машина. При проектировании и строительстве были использованы новейшие технологии. Так, автоматическая система тепловых отсечек препятствует снижению температурного режима в камерах при работе погрузчиков. А погрузка на автомобильный транспорт происходит через пандус, в котором поддерживается температурный режим, что позволяет избежать появления на продукции конденсата. Технические возможности создают условия для хранения продукции в температурном режиме минус 27 градусов, что является обязательным условием хранения икры краба. Новый холодильный комплекс открывает перспективы для развития в России торговли премиум-продукции через торги и проведения в Приморье аукционов по продаже икры минтая.